Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот куча посылок, 23 штуки их. Сейчас мы это все распакуем, посмотрим, что в них внутри. Единственное, что вот две посылки, вот эту, это здесь должна быть для душа, насадка для, ну, душевая. И вот здесь планшет для племянницы, их мы посмотрим отдельными видео. Вот, а остальное сейчас распакуем. Итак, все посылочки мы распаковали, и давайте по очереди теперь на каждую посмотрим. Первое, это вот такой вот коврик, он на весь стол, Xiaomi-шный. В марте или в апреле этого года был этот коврик за $5 на DidiFo. И я не успел его взять, но он мне так понравился, я его ловил, так и не нашел. Ну, в итоге заказал на GD. Пакет, в котором он пришел, он какой-то весь пыльный, грязный, то есть и на руках остается пыль от него. Но внутри отлично коврик. Вот, он большой, и я вот взял специально себе на подстилку, или для того, чтобы можно было подстелить и на его фоне, допустим, фотографировать какие-нибудь товары, для того, чтобы было удобнее и красивее картинка. Думал, вот здесь вот такая вот надпись Mi, он снизу резина, сверху ткань, вот здесь испачкано чем-то в правом верхнем углу. Но в остальном очень красиво. В общем, решил использовать коврик по назначению. Единственное, что он еще не выровнялся, здесь углы, видите, немножко торчат, но я думаю, они разровняются. Вот. Выглядит круто, не надо теперь коврик машины, все, будет вот такая вот площадка. Вот, просто супер. А для обзора куплю какую-нибудь ткань, чтобы был фон получше и поярче, и чтобы получались лучше фотографии. Идемте дальше. Справа я сложил аккуратненько товары, которые пришли, и теперь они будут качевать в левую сторону, и мы на них будем смотреть. Итак, фонарик. Так, фонарик уже был, это мини-торч. Вот такое, как бы, у него немножко дрянное качество, да, немножко топорно он сделан. Вот, но он работает, и работает неплохо, и неплохо светит, особенно размер, учитывая размер и его стоимость, это отлично подойдет, и как себе в сумку положить, для того, чтобы присветить где-то в дороге в темноте вечером, возвращаясь домой, или родственнику подарить. Вот, кусочек пластика отломался сразу. Ну, давайте проверим. Вот. Ставил батарейку, фонарик работает, мы уже неоднократно его смотрели, поэтому зацикливаться на нем не будем. Давайте второй сразу проверим. Открутил голову вообще, видите? А, получается, он разбирается, то есть откручивается вот так и вот так. Я раньше об этого не замечал. Ладно, давайте второй проверим. Второй фонарик тоже работает, тоже с ним все в порядке. Далее, гирлянда. Гирлянду, ну, останавливаться мы на ней не будем. Такая вот хорошая гирлянда, довольно неплохо сделана. Она бакс, по-моему, стоила. Уже просто четвертая пришла, поэтому будет уже скоро Новый год. Уже будем скоро украшать квартиру, и везде я их использую. То есть 4 штуки мне уже приходили. Раньше в обзорах мы все их испытывали, все работают. Смысла, я думаю, останавливаться нет. Дальше, Xiaomi-шный вентилятор еще один пришел. Вот так.
эта конструкция выглядит. Вставляется в USB, работают все, ни разу еще не было бракованного. Все сделано неплохо, резина, ну, по сути, как Xiaomi. Единственное, что не хватает кнопки выключения. То есть, если выключить, нужно доставать ее из USB-порта. Вот, в остальном шикарные вообще, как на подарок, так и для личного использования летом. Как говорится, готовь сани летом, мы готовим вентиляторы зимой. Вот, далее зубочистки, последние вот несколько дней. Эти зубочистки идут по акции по $1 за упаковку. Я посчитал, наши обычные зубочистки, которые деревянные, да, бамбуковые, они там стоят, ну, где-то $0.5, ну, в рознице, $0.5 за упаковку. Это самые минимальные, те, которые в руках рассыпаются. Более-менее качество стоит упаковка $1. Здесь же $1 мы имеем и зубочистку, и чистящую нитку. Я уже их обозревал, я их набрал, и, возможно, в распаковках они еще будут у меня появляться, потому что я их еще взял, наверное, упаковок 6 я взял. То есть затарился основательно, еще будут идти. Их можно было покупать по 3, по-моему, пачки на один купон в один аккаунт, поэтому я их нагреб, еще будут идти. Вот. Далее лента, по-моему, тоже за какие-то копейки стоила она. Вот такая вот лента, она покрыта, ну, якобы водонепроницаемая, то есть, ну, влагозащищенная. Вот идет 60 сантиметров ее с липкой лентой, то есть клеится она. И куда ее применить, я еще не придумал. Ну и у меня сейчас нету чем проверить. Я еще купил дополнительные, должны прийти с Алиэкспресса, модули, которые преобразуют 5 вольт в 12, вот, чтобы можно было проверять от обычного 5-вольтового, ну, от USB можно было проверять вот такие вот ленты. Такала, соточка, и это еще из старой партии. Говорят, в новых партиях приходят они без пакета. Ну, давайте посмотрим, пришла мне новая партия или старая. Да, походу пришла мне уже новая партия. Вот в таком они, помните, они были в мешочках. Теперь они вот в таких вот пакетиках. USB-шечка, литокала. Говорят, не изменилась она ничем, все то же самое. Единственное, что изменилась, вот упаковка. Нету того красивого мешочка прозрачного, в которых они шли. Далее, вот две коробочки. Я не знаю, что это за две коробочки. Давайте посмотрим. Я даже не догадываюсь, что здесь внутри. Что это такое? А, это маленькие, как бы проверка влаги. Причем они включены, этот был. Вот, то есть это куда-нибудь можно вставить там в шкаф, в машину можно вставить, щелкнуть куда-нибудь. Давайте посмотрим, что тут за батарейки. Вот, это обычные маленькие батарейки. Так, защелкивается. Вот, проверяет, ну, измеритель температуры и, по-моему, процент влажности показывает. И второй вот тоже, я их 2 штучки купил. Кстати, я, ну, судя по картинке, они мне казались немного больше. Они такие совсем крохотные, давайте сравним с батарейкой пальчиковой. Вот. Ну и они сейчас показывают разную температуру. И мы их сейчас поставим вот здесь отдельно, допустим, и пусть они проверят у нас влажность, потому что разброс, ну, пока температурный разброс 0,5 градусов и процент влажности, разброс 4%. Дальше пойдем. Это чехольчик на Powerbank 2-й версии на 10 тысяч мАч. Уже несколько приходили, распаковывать ее не будем. В прошлой распаковке приходили вот такие золотники, уже были. Тоже мы их распаковывать не будем, пусть лежат пока в упаковке. Цеплять я их буду по весне уже. Далее давайте пробежимся по мелкому. Это вот чехольчик для Redmi 4X. Купил я его вот значительно позже, чем я купил Redmi 4X сам, но телефон так и не дошел, но вот уже пришел чехол. Его я покупал, наверное, недели на две. Даже сейчас его куда-то одеть некуда. Идет черного цвета, поэтому, чтобы особо не скрывать его красоту, Redmi 4X, если он все-таки дойдет, я купил вот такой вот прозрачный, он копеечку там какую-то стоил за бесценок по акции, поэтому я взял.
но телефон почему-то не дошел и где-то потерялся. Давайте посмотрим на вот это вот. То есть для Mi Band ремешок. Ремешки вот эти, которые баксовые, покупались по распродажам, они все, ну, очень плохого качества, и они периодически разлазятся. Вот это идет, оно наслоением идет, вот это вот уменьшение, и они как бы рвутся, разлезаются, очень быстро как бы портятся баксовые ремешки. Ну, я не знаю, там неделю-две их можно поносить, и они портятся. Но как бы выйти там, да, взять на выход, так сказать, да, там одеть просто куда-то на выход, потом прийти, поменять и одеть стандартный ремешок Xiaomi-шный. Вот у меня родной Xiaomi-шный ремешок, уже около года у меня, он у меня целый, у жены разлезся изнутри, вот там такая пластиковая вставка, вот она у нее вырвалась, выпала. Вот у меня же кнопка стерлась вот здесь, но в остальном все, ремешок целый, тьфу-тьфу, и еще работает. То есть это первый мой ремешок, который шел с моим бендом. Вот, но я не занимаюсь спортом, поэтому он не потеет и его не разъедает солями от пота. У жены, конечно, уже поменяли третий ремешок, ей поставили, потому что она занимается спортом активно, и, соответственно, потеет рука, потеет ремешок, и он боится соли и быстро его, быстро портится. Итак, вот такой вот ремешок красивый. Так, на ощупь неплохая резина, как бы такой неплохой, но из практики, как практика показывает, уже несколько ремешков было, все они недолговечные. Вот, дальше еще один. О, а здесь инструкцию положили. И он немного не такой, как этот. И в другом пакетике. То есть это значит из другой партии. Да, кстати, вот такой еще не приходил. Здесь у нас серебристый, здесь у нас получается медная проволока. Здесь такая серебристая проволока. Давайте все-таки его откроем, найдем батарейку и попробуем, посмотрим, как он горит. И сравним с вот этим. Вот так горит. Тоже она покрыта каким-то лаком, то есть, ну, как будто оголенный провод. Тоже от трех батареек питается. Ну, все то же самое, единственное, что провод немного выглядит по-другому. Давайте для сравнения сейчас включим и это. Что-то трех батареек, поэтому включил так отдельно, то есть вот это вот даже светится, мне кажется, поприятней. С ней шла инструкция, я так понимаю, есть даже версия, это у меня версия нормальная батарея, коробка, ну, Normal Battery Box написано, то есть это у меня Normal Battery Box. Есть такой же вариант только с таймером, и есть такой же вариант с USB, с питанием от USB и с пультом управления. Вот, это я так понял из этой инструкции. Боксы, кстати, различаются по размеру и по закруглению своему. Немножко медный, немножко меньше, чем этот. Но остальное вроде бы все сделано из тех же материалов. Ручка Xiaomi золотого цвета, то есть у меня серебристый есть уже. Вот, давайте посмотрим, как выглядит золотого цвета. Красота, конечно. Полностью одинаковые, но такой вот золотой цвет, позолоченная ручка, очень красиво выглядит. Это вторая версия ручки. Сейчас для сравнения, вот первая версия и вот вторая. С виду они практически одинаковые. Далее провод, немного порезал упаковку, когда распаковывал. На днях уже была распаковка такого же кабеля югриновского, но это плоский, видите? Размотаем немного. Это вот плоский кабель югрин, такой крепкий.
Ну, все хорошее качество, как у любые кабеля югриновские. Мне они очень нравятся, я себе заказал несколько на запас. Вот, откладываем. Далее кабель Xiaomi-шный уже был несколько раз, поэтому смотреть на него нету. Это для Type-C, то есть это отличный дешевый кабель из дешевых. Из дешевых он по акции был, по-моему, 99 центов, и я их несколько купил по разным акциям, специально, чтобы были запасные Type-C кабеля. HDMI-переходник, его я купил еще в сентябре, вот он только дошел. Я купил тогда 3 переходника по акции, и вот только дошел этот. Ну, вроде уже больше не должно мне этих идти, вот. Ну, на запас просто лежат, мало ли, пригодятся. Далее. Сетка, антимоскитная сетка, я ее купил для, в евроокнах, знаете, есть сетка, такая рамка, в нее вставляется сетка и обжимается резинкой. И вот летом я менял ее уже, но она имеет свойство, то есть на ветру, на погоде такой, поскольку она все время на улице, она имеет свойство так жесткое, становится жесткая, и потом она очень легко рвется. И я взял себе вот такую вот сеточку. Она, я так понимаю, специально по размеру под это окно. Ну, мы посмотрим уже, когда будем цеплять. И вот идет такая вот лента. Она запаянная, то есть на которую можно цеплять эту сетку. То есть приклеиваем эту штуку, рамку делаем, допустим, на окно. И без гвоздей сделали из этой. То есть сделали рамку, и потом просто цепляется эта сетка уже на эти крючки. Так, давайте, чтобы не запутаться, мы ее снимем пока и уберем. Напоследок остался Ganzo, это мультитул Ganzo небольшой, и вот такая вот лампа для компьютера, для стола. Давайте мы ее посмотрим, идет в такой вот коробочке. Вот так она гнется, жесткая, но... Качество простенькое, то есть пластик дешевый, но сделано довольно неплохо, то есть подошли с умом. Ну, давайте проверим, будет ли она работать. За подобного возьмем NCR-овскую батарейку и литокаловскую зарядочку. Как у нас практически всегда в таких случаях и происходит. Лампа работает, все отлично, выключателя нет, то есть над клавиатурой повесили вечером. Над ноутбуком, и давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Подключили, вот светим на клавиатуру, вот так, в принципе, неплохо она светит, слабенько, конечно, но довольно неплохо освещает, и, допустим, ночью это будет неплохо. Удобно, что она настраивается, и в какой позиции вы ее согнули, в той она и остается. Ну и напоследок, так, давайте посмотрим, сравним. Вот прошло, наверное, минут 15, показания сравнялись. То есть еще минут 5 назад была разница там в 1 градус и 1%. Сейчас абсолютно они сравнялись, просто лежали. То есть поэтому я думаю, что им верить можно. Либо они одинаково врут. И последняя у нас распаковочка. Это мультитул Ganzo или нож Ganzo, я не знаю еще. Давайте посмотрим. Мультитул, скорее всего. Вот такой вот маленький мультитул. Давайте сравним с батарейкой. Вот. Это вот упаковочка. Ну, можно повесить на ремень, куда-то с собой взять. Давайте посмотрим. Так. Вот такой вот он маленький. Довольно прикольно. Я думал, он будет больше, реально. Давайте обычная пальчиковая батарейка, мини-пальчиковая, вот, чтобы понимать, как он выглядит. Вообще маленький, то есть его можно легко брать с собой в карман и иметь при себе небольшие плоскогубцы. Вот, а что тут у нас еще есть, помимо небольших плоскогубц? Есть у нас здесь отвертки, как их доставать только? Ага, нож здесь есть. Но у меня нет ногтей, чтобы его подоставать. Сейчас мы что-нибудь придумаем.
Так, вот с одной стороны здесь отвертка крестовая, отвертка обычная. Нож, ножик острый. Сейчас попробуем что-нибудь разрезать им. Для пальца острый, но эту штуку не режет, а ну бумага. Якобы острый, но не режет, то есть. Возможно, нужно подточить. Вот пилочка. И какое-то колечко, я не знаю, зачем оно вот такое вот небольшое. И с другой стороны у нас... открывачка. Маленький вот такой вот ножичек, я не знаю, зачем он тупой вроде. Да, тупой абсолютно. Как, зачем он, я не знаю. Пила острая, то есть, ну, пальцу как бы... Палец чувствует, что она остренькая. Ну, такая, не режет сразу палец, то есть можно придавить. Вот, не порезать. И еще одна отверточка. Вот такой вот прикольный мультитул. Мне очень нравится. Особенно нравится, что маленькие плоскогубчики можно в коридоре где-то положить. И всегда или в кармане носить с собой, при себе иметь плоскогубчики. Вот. Здесь даже кусачка есть у плоскогубцев. Такая продуманная, интересная вещь. Мне очень нравится. Но скажу сразу вот и честно, что вот эти вот фигни еле я их достал. То есть достал их при помощи другого ножа. Вот. Своего, которым обзоры делают. Но без него я бы его не достал. То есть их нужно чем-то подковырнуть пальцем. У меня ни ногтями не получилось. То есть ногтей нету. Вот. Но не получилось достать. Вот, на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!